Ты ж когда мы последний пришел, тебя выпить после 17 всех. Минут. Ну так 17 пока достаточно, потом кинешь. Короче, я пойду в ММ аспект нас сманить. Я уже тысячу раз вам говорил, что ебучие эти скиллы много где не заходят. Нормальных. Можно нормальный класс сделать. Все. Ну что, когда мы? Конспектус? Да, все, я уже в рейде. Так, рыба. Рыба допуляем. Починитесь. Я еще где-нибудь джипсы кто-нибудь поставьте. Все починились. Хватит вздыхать. До третьей фазы. Особенно стыдно тем, кто здесь уже был. Сейчас за любую смерть, которая даже частично от ваших котят, будет минус. Пока что минус 250. У всех лагает и так далее. У кого-то больше функций, у кого-то меньше. За любую смерть минус 250, если частично ваших котят. Все, починитесь с ней. Готовность на пол. Чупа, Найоми, Юи, ну было ж много времени, ребят, ну, давайте быстрее. Полинор, все, все готовы. Я тебя опять не выпил припод. Нонсти. 5 секунд. Капитан нефть, враска, троянский, вы без сопрота, почему? А, ну там мы уже убиваем быстро, час уже. Майлик зависит. Нет. Сука. Чупа. На пол отдал, что ли? Да, на пол отдал. Минус ЕП сразу. Молодец. Я готов. Ну так подожди, ты на пол отдавал? Скажи, да, нет, в этого, в Петю, потому что тебя выбрал цель. Да, давал. У меня ЛКД на пол. Молодец. Падайся. Ну что, вы даже пробовать не будете? Вон лужа. Нет, не будем. Сразу минус. Подождите, все прошли, да? Были Майлик вылетел. Майлик, да, Майлик вылетел. Падаем. Только, ну соберитесь вы, а. Нахуй на этой фазе вообще давать лапулы? Нахуя? Да он же это не первый раз делает. А зачем? Делал, вот этот мод. Короче. Делаем последний трай с таким составом. Людей, которых
скажем так, которые косячат чаще, я их заменю. Если не сейчас, не убиваем. Идем, убиваем дальше. У нас нет сейчас людей на магика. Есть. А кому мы тут сейчас проходку делаем? Раска, Блудрейвен, Чупак без проходки, Марусич не знаю с проходкой или Омикрон, Капитан Нефти. Нет, мы просто сделаем по-другому. Сейчас сделаем один трай. Люди, которые больше всего купили. Зачем его менять? Элем дает урона до хера. Нам. Единственный элем. Можно чисто в Тамарухича в Варшаму спекнуть, а Войда Войду прыгнуть в этого. Да, давай мы так и сделаем. Войд, прыгай в этого. Тамарухич, прыгай в Варшаму. Но он 6,5 дает, и тебе дает баф. СПД дает и крит всем кастерам. Плюс дает всем хилам крит. Крит и СПД. Ладно, давай Марухич реально в этого Варшаму попробуем так еще. Войд в этого. Марухич, прыгай в Варшаму. Ты хилишь, Женя, хорошо. Марухич, Варшаму. Войд в... Марухич. Он уже с Али. Варшаму прыгай. Прыгай в Варшаму, восстанавливай ман. Быстрее давай, раз. Войд в ЧПшника. Войд больше даст. Сейчас проверим по урону, как это сильно скажется. Плюс в 3 Варшаму все-таки явно хилить будет проще. Плюс 3 тотема. Сам дебил, рыбу не поел. Я теперь буквально понимаю фразу «Ужин отдай врагу». Что? Я теперь буквально понимаю фразу «Ужин отдай врагу». Смотри, Саш, давай тогда, Саш, делаем так. Пускай тогда Марухич с полимором, с полимером кинут на хантов шарики, а я кину на Малика, и все, и хватит. Одни шары в рейде на одном поле. Окей, давай Марухич Кадама, Полинор Ренессанс, Женя Малика. Я на Малика, или на темную хиль, неважно, там кину, и все нормально. И все под жопу, когда третья фаза начинается. Также маги, вы можете нажать магический доспех, когда начинается фаза. Ну, поехали, этот апокалипсис Сацуня. А мне уже дали. Приплотов. Ну, спасибо еще. Все, дал пул. Я просто их вашпед не успевал нажимать. Все, хантишки, братики собрались, все собрались. Кто яйки, кто не яйки. Кулак и погнали убивать. Крон, почему у нас иногда с тобой такая огромная разница, а иногда нет такой сильной разницы? Что-то ты там косячишь, видимо. Он вон ротацию. Да не жми. Да не жми до третьей. А, ты воду не сломал.
До третьей фазы забудь про лед, хилы пусть работают. Твоя задача урон. Жуки. Ну, у меня же маны тоже хватает. Ладно, это потом. Это микрон, у тебя будет 3 тотем потом, на третьей фазе. У них нет маны, Жень, когда они только пати. Ну, не на пати, а на всех. На пати. На пати работает только уже. Братка побежал, только не заходи на лужу. Перед лужей становишься. Бля, лужа зависла. Нет. Ебать. Ука, она вначале не падала, в том-то и дело. Вот это был баг. Смотри, его от тебя бьет жук, аккуратно. Бутревен побежал. Все остальные близок к льду, к речке сместили. Молодец, Гудрейвен. Последний человек просто из рейда. Санька. Галина, аккуратнее со стаками. Ты бей тоже мобов, но аккуратно. Большого там есть под берсой. Грифните его. Вон, двух чертей этих. Жуки. Капитан нефти. Будет справа сфера после креста разбита. Майлик следующий там закидывает, по-моему. Две секунды окончания боба и забегаешь. Приоритет мелкие, небольшие, ребята. Наёми побежала. Не сюда бежишь, в квадратик. Ага, Сацуне. Далеко уже. Не забегай. Не забегай. О, молодец. Санька. Блять. Рано. Один боб понадобится. Галина, побежала. А нету боба больше. Там первый должен откадешься уже. Первый темнейший, если есть, закинь. По шнурке. А, нет, всё, ну, блин, не показывает обрывание. Мелких добили. Который у Пети, он сам сдохнет. Петя этот. Ануба. Петиного не трогайте, Ануба все играйте. Под жопу все стали. А должен стаки вешать, ничего? На Пети не вешать стаки. Ага. Петя-то процентов бог. Жги 10 секунд. Все, СС, ребят, если есть, закастуйте. Собрались. Коля, готовься. Геру дали.
Темнеющая, готовься пока что только. Давай, массакру. Вадим, тоже только готовься пока. Пушки 10. Давай, массакру. Твои прожимки сейчас тоже готовьте уже. Когда нажимать. Наемник, кастуй гимн на хп. Потом гимн на ману сразу после гимна на хп. Войд, давай ты гимн на хп. И тоже... Не, гимн на ману пока не надо. Таня, мавар, гимн на хп. Ренессанса прохильте. Ренессансу зубы можно какие-нибудь закинуть. Марухи еще прохил. Мужики, свои прожимки. Свои прожимки, гимн на хп, если есть у кого-то свободный. Мастера урна лед также. Маги могут глыбы снимать. Повторяй, Вакач. Жуков. Хилим, хилим пока. Еще хилим. Ну, давайте, душите, душите. Прохил, прохил, еще, еще хилим. Все, стоп хил, бейте просто босса, лупите его. Молодцы. Нормально, сейчас трех хилов убило. Да, и повезло, что камень был. Нормально метки похилил сейчас, блять, ШП. Не знаю, какой-то потный Хашан вообще, даже Геру под меня дал, блядь, одного. Нет, все отказывайтесь, потому что, блин, ИП, ГП мне не дает получить шмот. Все. Тресните меня. Молодцы все. Так. Ну, как молодцы. 8 траев или сколько? Ну, блин, скажем так, не самая сильная пати сегодня, Санечка. Не самая. Слышишь, Саня, три хила упало, я там ШП, ебать, 165 тысяч нахилил по меткам. Красавчик, красавчик, Войд. И все, это доп ЕП. Так. Нет, это не доп. Это красавчик. А че так, а че так, вон, смотри. Пять ЕП хотя бы, Хорошо, пять ЕП. Чисто, это, что, бля, мне приятно. И сколько... Какой батя нажал Геру, еще ему туда можно 5 ЕП скинуть. Блять, шмотки надо забирать, чел молтнить, я сейчас пропаду, блядь. Эй, здесь обалдую еще, блядь, не брал есть. Обалдуй этот, он нас на замене сидит. А, да. Там просто написано просто... флаг. Мы сейчас на магиях или темряках? Да, на магика летим по-любому, груль может быть на какой-нибудь другой день перенесем, посмотрим, как по времени у ребят будет. На магика точно полетим. Я магика на замене, хорошо? Да, я, конечно. Охота поперекусить. Ну, на магика мы пойдем совершенно другой пачкой. Ну как, несовершенно. Много кто будет из этой пачки, но... Люди четверо мне нужны. Да, тьмы заливай. Пинаколада сразу можешь заходить, если ты в дичи. Так, теперь... Ор. Ну, не сложнее оно бы. Постах. Не, мы получились 200 ЕП за Ануба. Смотри аккуратно. За 50 и потом еще 50. Woodraven 300. А, ну да, ладно, в принципе, локу заходит. Нет, на мейн начале идет. Woodraven 300 раз. Woodraven 302. Woodraven 303. Кидай мне. Так. Дальше.
О, блядь, подожди, не 300, 500 вообще-то. Извиняюсь, это же оружие. Я тебе говорю. Бутрейн забирает за 500, да? Сорян. 700 токен. Сейчас я подумаю, я мобой, посиди пока. 700 токен. Ладно, так ЦЛК выходит, давайте за 500 токен. 500. Ну, скоро все равно продавать на мейн. Что, за 500 никто не забирает? За сотку мало. До 90% людей это 4 в месяц. Нет, это нахрен. Ладно, хорошо. Здесь реально надо это дать кому-то, может, кому-то надо. 300, 250 давайте, 250. 250, старт. Не пылить это. Вакати, 250. Раз. 252, 253 кидай мне. Окей, ладно. Так, дальше. Ор. Еще один токен. Тоже 250 будет. Апокалипсис. Капитан. Я, по-моему, ни разу не видел этой регалии Навара. Юи 400. Раз. 500 капитан нефти. Сот капитан нефти. 1000 юи. Да тебе он не нужен, Миша. 1200 капитан нефти. Кидай обмен капитан нефти. Т9258. Так, если кому-то трофеи нужны, прямо сейчас парольте. Три штуки есть. Просто трофеи и активировать. Но я думаю, бля, тебе не дам, ты все равно активировать. Сам продам. Этот. Давай. Ой. Холипалы. Холипалы. Ршамы могут паролить. Элемы. Да, 250. Давайте дальше. Темнеющая 500. 600, Марухич. А у тебя есть 600 вообще? Марухич 580. Нолики, темнеющая. Темнеющая 1000, короче. Раз, 1002, 1003. Кидай обмен темнеющая квадрат, если здесь. Дальше. Топорик. На мейн. 250 будет одноручный. На мейн никому не надо. На офф 125. Юи не надо. 125 апокалипсис. Раз, два, три. Финиш обмен. Так, подождите, я все минусанул вначале, а то я потом позабываю, кому что я должен минусануть. Марухич. Не Марухич, темнеющая минус 1000. Минус 1000. Буд Рейвен минус 500. Сейчас я говорю, ну я хочу все отнять, чтобы не забыть, потому что я, блядь, забываю. Писать хочу, и жду, пока ты пояс кинешь на ров. Терпи, блядь. Кто там пояс будет забирать? Я. Хорошо, забирать я. Так, подождите. Так, что кому-то еще что-то не отнял, да? А, капитан нефти минус. 1100, да? 1200. Так. По-моему, всем все снял. Там работяги подскажете. А, о, красавчик. Женька, красавчик. 250, по-моему, да? Все, поехали.
Кольцо. Ну давай, хорошо, отдам. Три штуки на Лема, что ты звенья трындишь, блядь, в пояс, который хотели. Дама, штука. Полторы. Давайте битву нормальную делать. Че вам за это? Задать темп, нет? Ладно, сами разберись. Сейчас этот, если задать темп, может темп у тебя остаться. 5000 ренессанс. Раз. 5000 ренессанс. Два. Нет, так-то прикольно будет. Я буду быстрее всех летать просто. Давай себе быстрее. 5,5. Душите там друг друга или не душите как-то. Владина, на тебя, забирай, блядь, этот пояс, нахуй. Так его взял. Минут через 15 буду в Дисе, но не готовый идти. Нажигал, пукал, блядь. Все пописать, блядь. Что, ты тасуешь или сумоин? Пока что сумоин тебе первую... Пятую пати 100% будет здесь. Пятая пати, четвертая пати всех, кроме Враски и Хики сумоинте. Четвертую пати тоже всю. И... Вторая пати вся будет точно. А первую я посмотрю и тех людей, кого я не сказал, не смотрю. Так. Так, и последняя шмотка. Плечка. Саня, 5,5, не 6. Да, ну извини, я... Сейчас добавлю. Я хотел сказать, я думал, ты не заметишь. Так, у меня есть сорян. А за моральный ущерб? Да, да, дам. Какой моральный ущерб? Так, подожди, капитан Невс, в принципе, фаер, да, можешь ролить. Но сейчас просто выйдет два кольца, я не понимаю, зачем он тебе. Ну, если хочешь, забирай. 300, раз. 300, два. 303. Засмотрите пока капитан нефть, он забрал кольцо. Апокалипсис к ним тоже обмен. Я, кстати, думаю, что два кольца с проком только на РНД будет нормально заходить. Ну, на фаера крит нужен. Хорошее кольцо на фаера. Очень хорошее. Плюс меткости намного. Так, в этой вещи лут. Женя, кинешься до обмен на трофеи, если ты их реально не продавать. Все, те, кого люди я не назвал, пока что выходите. Сейчас я поменяю пачку. Кристу. Темнеющий, походу, не закрыт. Как не закрыт? Ну, походу, не все боссы убиты, потому что его не сумели. Не, у него закрыт, он же был с нами. Вова, Пиноколада, ты здесь? Так, Враска по-любому на замену. Пока что Мистер Бонд в рейд. Локать Чупа на замену. Чупа на замену. От Сила в рейд. Бухой, да, есть еще. Вакати на замену. Бухой в рейд. Марухич в Лема. Марухич в Лема. Папа Пхапа еще нужен в рейд. Так. Капитан Невс вон. Тоже на замену. Папа Хапа в рейд. Будрейвен сюда. Так. А, и Хики еще нету. Вместо Хики пойдет... Нужен милишник дамажащий. Давай, Женек. Так, Женек, какие шмотки тебе нужны здесь вообще? Да. Вова Пиноколада, ты тут? Магика не надо, но сиди на замене пока, тогда я бета-тестера возьму. Так, по танкам. Апокалипсис, по-моему, у тебя есть был танк, да? Апокалипсис. Кровососы, пейте мою кровь.
Пользуйтесь ею! Апокалипсис. Смотрите, сейчас по поводу проходки. Все, кто попадет сегодня, чуть-чуть вероятность, что попадут на следующий рейд, меньше. То есть попадет одна пачка сегодня, вторая попадет на следующий рейд. Так как мы сегодня очень много времени потратили, я хочу взять посильнее пачку. Мы следующую пачку сделаем. Возьмем тоже, кто не попал сегодня. Да, пущу. Так. Иллидан, самодовольный глупец. Я сокрушу. Зыпси, возьмем тебя на следующую пачку, потому что я говорю, сегодня много времени потеряли. Апокалипсис, ты здесь? У тебя же танк аспект есть? Нормальный там танк? Выдержит? Все, прыгай в танка тогда. Так, это получается первый танк апокалипсис, потом я, Юи, а еще один. А, и последний папа хапа. Да, чупа, выходи из инста. Кто в первых пяти пати, тот и остается. Пока что. Покажи. 3-4. А, так что, нормально у тебя танк, выдержишь. Все. Так, Санечка, Сатсуна, на лидера тебе. Кинь мне обмен, Сатсуна. Бля, я залагал опять, сейчас я перезарядил. На рыбу тебе пока что и сопроту. Саня, ты будешь не в хине там, в ДЦшнике. Кой хил. Марухич в леме. Все, я захожу на ДКшника. Еще раз, Санчо, в ДЦшнике? Ну, конечно. А, ну все тогда просто. Мы-то там за жезл общаемся. Да за жезл у вас там, сейчас посмотрим, кто-то есть. Много ИП. Ну, типа, задушит вас. Войд задушит вас. Я думаю, джанг до хера ИП. Так что не заберете вы джезл. Так, все, я тут. Так, обмен. А я тебе дал. Да. Ты забрал? Да, рыба. И сколько саппортов у меня просто в моем рюкзаке? Есть? Нет, со своими, Санька, ё-моё. Вот потом компенсируем как-нибудь денег. Окей. Если что. Потому что это последняя саппорта, и как там сегодня много всего ушло. Давай мне пати. Плюс они. Слон.